Псалом 10. Начальнику хора Псалом Давида. «На Господа уповаю! Как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица! Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого, и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника».